Всем привет и добро пожаловать на канал Planet Home. Мы с вами продолжаем наше подводное выживание в игре под названием Акватика. В прошлой серии мы заложили основу для города, ну а сегодня тогда займемся уже его развитием. Правда, сперва предлагаю подбить наши ресурсы и возможности, чтобы можно было определить хоть самых основных задач на эту серию. Что касается денег. Как вы видите, деньги есть. Вернее, как есть. Они точно так же быстро уходят, как и приходят. И, наверное, в рамках данной игры лучше говорить, утекают либо уплывают. В любом случае, вы понимаете, куда мы их тратим. Это технологии, это строительство и улучшение. Сегодня надо будет сделать так, чтобы денег у нас было всегда хороший плюс. Дальше у нас идет пища. С этим проблем нет, всегда хватает нужное количество еды для людей. Единственное, что, быть может, имеет смысл добавить больше разнообразия в самой пище, а излишки как раз тогда сможем продавать и на этом неплохо так зарабатывать, ну, с помощью уже торговых постов. Но надо будет оставить фермы и как раз таки развивать данное направление. Возьмем это себе на вооружение, наверное, как такую второстепенную задачу. Дальше, лекарства. Но мы их не производим и не потребляем, поэтому тю-тю-тю, конечно. Хотя я полагаю, это опять же таки вопрос времени. Можно пропустить данную задачу. Далее, одежда. Одежду мы с вами уже изучили в прошлом видео. У нас есть магазин, там же происходит пошив самой одежды, так что надо будет сегодня обязательно поставить. Роскошь пока не производим и никому она не нужна. Аккумуляторы. Аккумуляторы прям да. Это прямо для нас сейчас камень преткновения. Он нам действительно будет, походу, нужен в огромном количестве. Тем более мы еще в прошлой серии с вами поставили две фабрики дронов. Следовательно, роботы у нас будут появляться очень быстро, очень шустро. Их всех надо будет заправлять, их всех надо будет поддерживать в рабочем состоянии. Иначе у нас станут производства. Так что аккумуляторы пока мы выводим, наверное, на первую, да, нашу самую главную задачу. Затем идут губки. С этим, походу, пока проблем вообще никаких нет. Дальше по ресурсам, которые потребляются людьми и зданиями. Кислород есть пока хороший запас, топливо надо будет умножить. Сырую нефть, наверное, пока не трогаем. Электричество 100% надо будет поднимать. Далее, по ресурсам, которые мы строим. У нас такие достаточно серьезные проблемы с пластиком. Очень медленно, очень мало производим, так что надо будет все дело замножить. Но остальные ресурсы сейчас не так важны. Железо мы собираем в окрестностях нашего города. По поводу всего остального, ну, вроде как у нас с остальным проблем и нет. И так, значит, что мы можем выделить? Самое главное, самое основное на эту серию получаются аккумуляторы. Это пластик, это энергия, это деньги, это еда, ну и, да, и магазины. Ну что ж, ладно, давайте тогда закатывать рукава. Начнем с аккумуляторов. Аккумуляторы, значит, мы можем сделать расширение. А, ну стоп, у нас же здесь идет содержание с помощью электричества, да, и самого пластика. Они, по сути, завязаны. Тогда нам потребуется сейчас сразу же отойти от нашей первой задачи по аккумуляторам и подготовим всю почву, то есть добавим электричество. Где там наши турбины? Так, они у нас есть две штуки, можно будет поставить, да? Давайте установим их. Отойдем, наверное, от нашего правила, то, что мы будем подсоединять трубы с помощью... Получается, как мы договорились, через одну клетку от входа, да? Чтобы у нас такая была хорошая такая энергоферма здесь. Думаю, будем делать вот таким образом. Поставим друг напротив друга и вот здесь сделаем такие вот соединения. Что с одной стороны, то же самое касается и с другой. То есть вот здесь, да. Ну, вот здесь у нас будет в таком формате все производиться. Доделывайте, достраивайте, а мы пока посмотрим, что у нас идет здесь. А, кстати, технологии, да, про это надо тоже не забывать. На чем мы там остановились? Мы с вами сделали базу. Значит, мы тогда можем поставить следующее. Давайте, наверное, будем потихоньку выходить в декоративные растения, чтобы можно было сделать озеленение купола. Это раз. Торговый пост. Два. Выйдем в сторону святилища, дает возможность построить небольшое сакральное здание, удовлетворяющее духовные потребности жителей. Вот эти наши сейчас будут такие некие направления, так что ставим на производство и изучение дом второго уровня. Ну, кстати, да, и заодно дома поднимем, первые удалим, поставим вторые. Ну, как, кстати, сколько там, получается, может быть находиться людей? 7 до 5 человек, отлично. Значит, что касается следующих наших... дел, это пока там идут подготовки, давайте займемся пластиком и подготовкой как раз таки к добыче данного ресурса. Здесь нам надо будет с вами тогда, где там у нас производство, сейчас откроем его, производство пластика. Так, где, а вот оно, да, надо подумать, Пятик.
Предлагаю, наверное, также отойти от нашего правила подсоединяться вровень через одну клетку здесь. Мы их будем устанавливать как-нибудь вот так друг к другу. Что здесь, что здесь. А по центру, так как у нас был хороший запас и место для маневра, мы пустим одну единую трубу, которая будет цепляться, ну, допустим, там, через 5-10 клеток, возьмем какую-то общую середину, да, и она будет цепляться на обе стороны. Мы сэкономим очень много пластика, ну, естественно, у нас будет меньше труб и вот этой всякой непонятных вот этих соединений и коннекторов. Как мне кажется, так будет даже правильно, да? Значит, тогда ставим тебя вот сюда, с этой стороны. Почему именно в разворот? Чтобы можно было следующий тогда завод, следующую фабрику поставить с небольшим шагом, и они могли спокойно тут вот проходить и подходить к самому зданию. Тебя мы установили. Дальше, значит, что нас интересует? Здесь у нас идет содержание Е с помощью губок и топлива. Да, значит, мы поднимем. И тогда потребуется еще поставить дополнительно нефтеперерабатывающий завод. Вот, берем тебя. Так, не вижу тебя. Ага, вот ты, да. И мы тебя установим. А, знаете, как мы можем сделать? Мы можем их вообще всех развернуть. Нет, мы их не будем разворачивать, мы будем делать вот так вот, и все. Также тебя разворачиваем спина к спине и устанавливаем тебя вот сюда. То, что ты будешь выходить чуть больше на несколько клеток от соседних своих построек, это вообще, по сути, тебя никак не должно касаться, да? Значит, берем трубу теперь и выводим вот сюда. Какая у нас тут может быть общая середина? Давайте посмотрим. Ну, я предлагаю, да, наверное, взять в районе... Ну, десятку мы возьмем. И от этого будем отталкиваться. Где-то наша труба. Первая десятка вот здесь идет. От второго здания. От второго вот здесь. Сюда подцепляем. Единственная только проблема в том, что вот здесь мы их пока подцепить не можем, так как они уже соединены. Эту надо штуку нам будет с вами удалить. Вот это мы удаляем. И вот здесь мы удаляем. О, теперь они работают. Шикарно, это установили. Дальше, наверное, также еще вот этот кусок трубы мы удалим. Ну и смотрим, что у нас там по энергии. Ага, турбины установились, построились. Значит, можно ставить расширение. И добавляем плюс еще одного. У нас тут стоит ручное управление, нет автоматических назначений на работу. Значит, будем так и перекидывать. Итого у нас содержание 102 единицы. Да, хорош, мы сделали сразу баланс. И производство у нас теперь поднимется. Ну, единственное, наверное, надо подождать, когда сама статистика обновится. И вот эта цифра производства, потребления у нас изменится. Что касается фабрики пластмассы, также мы здесь можем сделать бонус и буст самого производства. Сколько у нас сейчас находится бездействующих дронов? 8 штук, да? Тогда добавляем плюс 1 здесь. Значит, у нас пройдет тогда потери по топливу. Да. Добавляем плюс обратно вот сюда, то, что мы сняли в прошлой серии. По производству пока у нас еще идет баланс плюс 144, и как раз-таки этот баланс мы отправим с помощью, ну, точнее, не с помощью, а вот на соседнюю фабрику. Это мы сделали. Что там по технологиям? Дом мы изучили, давайте ставить тогда сразу же, наверное, декоративные растения. А, хотя... Хотя, стоп, подождите, а декоративные растения, по-моему, у нас, они же работают от ферм, если не ошибаюсь. Надо посмотреть сейчас. Так, где у нас декорация? Декорация у нас находится уже чуть выше. Вот они, декоративные растения, да? Раз. А, это уже большая клумба, средняя клумба. Значит, получается, да, декоративные растения по строительству требуют морские водоросли. Угу. Значит, нам тогда потребуется ферма сейчас. Двигаемся-то в этом направлении. Где у нас там ферма находится, производство пищи? Вот они, да? Значит, подводное поле. Насколько я помню, у нас, по-моему, на старте давалось две культуры. Там водоросли и огурцы. Это было в демке. Посмотрим, как у нас будет сейчас здесь на этой релизной версии. Где там наша сетка находится? Вот, да? Раз мы планировали выводить фермерство в эту нашу зеленую кишку, если так ее можно назвать, надо посмотреть, как мы можем оптимально задействовать территорию. И самое главное, конечно же, чтобы это все было еще ровненько по красоте. Значит, мы можем, наверное, подцепиться тогда вот от этого основания. Возьмем шаг, допустим, в две клетки. А здесь у нас сколько тогда будет происходить потеря? А у нас, получается, потеря идет самая большая вот в этом квадрате, да? Вот в этом даже. То есть мы тебя пропустим, так как ты не идешь и не соответствуешь нашим стандартам качества и строительства. Значит, мы тебя берем, вот сюда выводим, правильно?
99, так, неправильно. Если мы тебя возьмем вот отсюда, допустим. Угу. Здесь сотка идет. Тоже сотка. Нам нельзя, получается, подниматься выше скольки? Выше 4 клеток. Сейчас я тут поищу. Пока я искал, случайно отпустил мышку, и в итоге пришлось установить, и, как вы видите, результат потратил несколько единиц пластика. Но что поделать? Ладно, ничего страшного, удалил, сейчас переставил, и мы получаем максимальный профит, 100 единиц. Это вот в этом квадрате с шагом в 4 клетки, как раз-таки, который у нас будет прямо-таки упираться вот сюда. Правильно? Да. А, нет, стоп, это 5 клеток. Вот. Вот то самое место, которое для нас идет максимально оптимальное. Устанавливаем тебя вот сюда. Значит, и делаем еще плюс одно строение. Будет находиться рядышком. Вот здесь. А, не хватает сейчас уже, ладно. Ну, немножко подождем. Сейчас подсоберут, сделают. И, конечно же, сразу поставим на производство. Исследование завершено. Ставим далее торговый порт на изучение. Здесь все у нас уже построили? Да. Добавляем плюс одного дрона в эту сторону. Сколько у нас там сейчас свободных? 7 штук, да? А по производству здесь у нас идет 60 дней. Да, здесь, конечно, надо бусты ставить прямо мама не горю, чтобы ускорять производство. Ну и, конечно, добавить еще как минимум 2 таких постройки. Хотя, слушайте, а мы как раз-таки можем, наверное, развернуть. Да, и тем самым поставим в это местечко, они даже мешать не будут. Хотя единственное, что, быть может, как-то они вот здесь могут друг с другом плохо взаимодействовать. Так что чуть подождем, после фермы уже установим. Если нет, то будем просто вот сюда в длину их выставлять. Добавляем тебя. Угу, построили, да? Так, значит, что у нас здесь будет находиться? Во-первых, конечно же, это фермерский дрон. Того у нас остается свободных 5 штук. И по поводу культур. А, у нас, да, морские водоросли и огурец. То есть на старте ничего нового не добавлено. Надо будет все остальные тогда уже культуры развивать. Ладно, тогда делаем морские водоросли сперва. А, у нас здесь 99 эффективность. Офигеть, где-то я клетка ошибся. Ну ладно, ну что поделать, значит на 1% будет меньше. А дальше вторая у нас будет здесь морской огурец. И вот как раз они так будут друг другу чередовать. А на другом поле, на соседнем, мы сделаем тогда уже морской огурец и морские водоросли. Мы можем сейчас сделать улучшение производительности? Да, монеты и губки требуются. Ставим сразу бонус 1, бонус 2, а дальше требуются уже инструменты. Угу. По топливу пока оставляем, да. На еще одну ферму нам хватает. Сразу ставим рядышком. Что такое? А, не туда нажал, извиняюсь. Быть тебе вот здесь. Бац, и установили. А сколько там требуется нам сейчас для строительства магазина? Давайте посмотрим. Там нам, по-моему, уходит монеты из 70 единиц пластика. Ну хорошо, как основу поставим, а потом уже, как только появится ресурс, соответственно, доделаем. Как и где мы можем тебя установить? Тут вариантов у нас не особо-то на самом деле много. Либо здесь, либо где-нибудь с этой стороны поставить. Наверное, сделаем даже не по центру, а где-нибудь в уголочек тебя, где-нибудь вот здесь. Бахнем. А, не, стоп. Здесь у нас, получается, судя по картинке, это витрины, да? Туда, получается, пускай будет вход, у нас идет, ну да, ближе к стенке, вот здесь где-нибудь. Ждем, когда все сделают. Исследование завершено. Следующее, что мы ставим с вами, это, ну-ка, позволяет сети дронов оказывать помощь в представлении цифровых банковских услуг, и результатом является еженедельный доход плюс одна монета с каждого дрона. Вот тебя мы и сделаем. Нам, с нашим бюджетом будет абсолютно все помогать, включая даже дронов. Они не зарабатывают денег, но вот как-то, видите, с помощью своих там технологий, понемногу, по чуть-чуть, по копеечке, нам будет это все дело прилетать. А так вот пока вот на самом деле ждем, все это построят, все это сделают. Конечно, ну, атмосфера игры интересно сделана, классная, очень много разнообразной живности. И так, наверное, можно просто ее включить, и будет такой у вас на мониторе виртуальный аквариум. Как вариант, вы посмотрите, здесь действительно просто овер дофигища разнообразных, от мелких рыбешек до очень крупных. Так и дно само по себе достаточно такое, ну, интересно проработанное, всякие моллюски какие-то, ракушки, морские звезды. Господи, у кого-то до сих пор дома вообще есть морская звезда? Так, если вспомнить, я помню, была такая около, наверное, сантиметров 30,
плюс-минус, может, конечно, ошибаюсь, ядрёно такого, знаете, желтого цвета. А где она сейчас? Я даже без понятия, где она сейчас. Наверное, как и все старье, наверное, где-то на даче. У кого-то дома, вот именно дома, где вы живете, есть морская звезда, поставьте плюсик в чат. Я вот таких что-то так вспоминаю своих товарищей, кому приходил в гости, но, наверное, в угоду современного быта уже такие вещи-то я и нигде и не встречал. А так, да, вон они прямо разные тут красавицы лежат. А, даже так? Уже так быстро? Назначаем сюда одного человека. По поводу оптимизации, наверное, имеет смысл сделать. Почему? Потому что будем сокращать растраты именно в плане денег. Добавляем тебя. Ну, а все остальное будем уже по мере возможностей появления разнообразных ресурсов. Как раз вот у нас, походу, портной. Да, он же продавец. Наверху нарисована одежда. То, что здесь будет производиться и продаваться. Ну, посмотрим, сколько они там суммарно смогут сделать. Производство 175 единиц в год. Неплохо, у нас людей не так много. Понятно, что в год они там чаще покупают себе разнообразные куртки, футболки и так далее, но все равно это не в том объеме, сколько у нас здесь людей. А еще я хотел посмотреть, знаете что, по поводу сбора разных ресурсов вокруг нашей базы, вокруг нашего города. Было бы неплохо отправить сейчас на добычу... Так, у нас 5 штук, да, 5 роботов. На добычу пластика, где у нас есть поблизости хорошее большое количество. Походу, тут вообще нигде его и нет, да? А, нет, вот здесь у нас есть. Все, ну что, акула молот плывет. Красивая. Знаете кого? Что-то я не могу никак обнаружить. Обычных акул. По-моему, видел, проплывали, но как-то их... А, вот они. Да, как-то они тут прямо... Где-то на отдалении от нашего города находится. И это, конечно, не может не радовать. Но ничего. У нас там, по-моему, уже было открыто... А, нет, мы его не открывали, да? Домик морских охотников. Как раз-таки производство мяса из акул. Уплывайте, пока есть возможность. Так. Хотел бы я еще... А, 30 пластика, да? И как раз-таки расширим. А, пока ждем, давайте посмотрим, где мы там еще что-то не дособирали. А, у нас вот здесь еще есть небольшое количество. Ну, мы это сейчас быстренько отсюда заберем. А вот что касается тебя, наверное, мы удалим. Во. Еще вот здесь у нас есть пластик. Чуть подальше, да? Ну, наверное, также выделим. Что там тебе не хватает? А, ты же пластик потребляешь. Ну да, нам надо действительно наращивать объемы по производству пластика. Но даже если мы сейчас поставим еще одно такое здание, и если мы поставим дополнительное производство нефти и топлива, у нас все равно не хватит дронов для того, чтобы нормально, может, было комфортно здесь все перемещать, строить, создавать и в придачу еще добывать тот самый ресурс. Хочешь не хочешь, как говорится, а подождать надо. До конца здесь сразу сделаю максимальную оптимизацию по возможным нашим сейчас параметрам, да? Так, что касается технологии, святилища ставим. О, у нас первая курточка появилась. Сколько там дней осталось? Здесь 16, здесь 18. Угу. Первые водоросли потихонечку появляются. Знаете, что мы сделаем? Добавлю все-таки, наверное, плюс один. Да, добавим плюс один завод еще. Вот сюда. Трубу сразу продлеваем. А вот здесь десятка у нас получается. Мы вас объединяем. Угу. Так, у нас три новых колониста. Шикарно, принимаем их. А еще технологии. Значит, что мы там изучили? Святилище, да? Позволяет применять либеральную иммиграционную политику, увеличивая количество вновь прибывших на 20%. Не, пока пропустим. Транспортная лихорадка включает расширенный режим регулирования движения дронов, заставляет двигаться на 10% быстрее. 100% да. Берем, конечно же. Угу.
И сюда плюс один сразу же. Оптимизацию. Так, монеты и губки. Ну, давайте сделаем. А вот что касается производства, тоже 100% надо сразу же поднимать на максимум. 40 монет и 30 губок, да, это у нас есть. Добавили. Наверное, надо будет также еще и общее производство здесь поднять. Но это уже чуть позже. Что касается святилища, давайте посмотрим. Требуется для этого нам что? Так, а нам для этого потребуется монета, пластик и камень. Угу. Ну, камень тут наковыряем рядышком. Есть, нет, это не проблема. Самый главный теперь вопрос, как и где тебя поставить? Так, ну, наверное, где-то здесь около магазина святилища ставить это такое себе. Давайте, наверное, сделаем тебя где-нибудь, наверное, вот здесь, да? Также сделаем с шагом в две клетки, чтобы можно было по бокам сделать декор, ну, там, в виде какой-нибудь растительности. А камень мы с вами добывать можем где? Поблизости, получается, только вот это место, да? Давайте его выделим и сразу заберем. А, стоп, у нас 188 единиц. Ну, все равно заберем, пригодится. Я не то посмотрел, думал, у нас его ноль. Да, это у нас кварц, извините. Вот отсюда, мне кажется, вид просто потрясающий, да? Такое освещение играет на подводной базе. Действительно, вот именно отсюда просто такая некая сверхатмосфера. Есть же, кстати, карты еще и ночные. Но ночью не стал играть на роликах, на стримах. По одной простой причине, это, наверное, будет просто не очень комфортно вам наблюдать, не очень комфортно вам это все смотреть. Поэтому, конечно, выбираем всякие дневные локации. Отсутствует губка. Надо так, получается, нам будет поставить еще одну, да? По добыче. Либо просто улучшить то, что у нас уже есть. Плюс одно место, 50 монет. Вот так вот мы сделаем и сюда тебя добавляем. Нам очень нужны дроны. Да, еще 40 с лишним дней. Так, а по технологиям у нас там все было поставлено. Производство энергии еще, да, висит. Глобальное улучшение, которое увеличивает производство энергетических ресурсов на 10%. Сырая нефть, топливо и аккумуляторные батареи. Вот тебя берем. Святилище? Нет, еще не готово. У нас сейчас не хватает дронов, чтобы они могли все перетаскивать, подносить и так далее. Надо сделать так, чтобы у нас хотя бы штучек так, ну, 6, 7, 8, даже вот так, наверное, да, было всегда в свободе, ну, точнее, на свободе, чтобы они могли спокойно перемещаться и переносить все. Запустился? Да. Слушайте, а что нам требуется для торгового поста? Так, нам требуется монета, пластик, камень. Содержание 60 единиц. Также требуется торговый дрон. Ну, давайте, наверное, поставим порт. Он у нас будет находиться. Достаточно большая постройка. А сделаем тебя прямо напротив нашего главного здания, да? Как раз-таки по 3 клетки с каждой стороны у тебя есть с запасом. Мы их используем и поставим тогда тебя вот здесь. О, вот это подгон от штаб-квартиры. 400 единиц. Вот это я понимаю. Конечно же, мы этому чертовски рады. Так, подумали о том же, о чем и я. Добавить плюс еще дронов, наверное, да? Производство дополнительное. Хотя бы одно. Хотя почему одно? Мы можем себе позволить два. Да, давайте так и сделаем. Значит, первый будет вот здесь. Работать вот здесь. Было бы классно, если бы между ними было расстояние, но, видите, не стал я как-то вот делать по своему стандарту, да, три клетки выдерживать между постройками. Пошел вот в угоду ровненьких делений, которые находятся на противоположном заводе, хотя, наверное, вообще не имел никакого, ну, этого смысла делать. А сейчас придется тогда тянуть две трубы.
Ну, ладно, это ничего страшного. Думаю, решаемо. Мы, знаете, когда же сделаем? Вот как. А, денег не хватает. Понял, подождем. Зато как хорошо пластик, да, у нас прибавляется. Понятно, что был только что бонус 400 единиц, но тем не менее, все равно у нас уже там чуть больше сотки все время находится. Угу. Так, денежки подъехали. Мы возьмем вас и подсоединим вот таким вот образом. Первое. Здесь идет вторая, как раз таки в нашем этом перекрестке, да? Здесь мы тебя соединим с этой стороны, здесь с этой. Эти я удаляю. А вот здесь подключаю. О, шикарно. И отсюда как раз таки можно будет дальше вытягивать на другие территории. Ну-ка, здесь ты мешаешь? Нет, ты не мешаешь. Так, увеличение производства надо сделать, да? Пластик и железо добавляем. Оптимизацию содержания убираем, естественно, на максимум. Вот. И то же самое сделаем еще здесь. Плюс один, оптимизация. Ну, вот пока такая, да. А, не хватает энергии. О, так, отбой. Как-то не рассчитал я немножечко, извиняюсь. Сейчас мы сделаем. Первая сюда. А, первая и единственная пока. А вторая спустя пару секунд вот сюда. Не забываем про трубы, конечно же. Ой, не туда пошла труба, сорян. Сейчас мы тебя выдвинем вот сюда. Во. Кстати, как у нас дела? Ага, вот так у нас, да, выглядит святилище. Я понял. Ну, необычно. Как-то думал, немножечко будет по-другому. Он еще, видите, вращается, это голограмма. Ну, ясно. Первая турбина есть. Значит, можно запускать производство. Потом, естественно, когда нам не потребуется такое большое количество дронов, мы можем в любой момент их выключить, потом обратно включать. Будем уже как-то балансировать и искать нужное количество, чтобы, естественно, опять же таки и по аккумулятору нам не просесть. У нас же торговый дом был построен, да? Торговый дом, торговый порт, извините. Сюда требуется плюс один робот. Во, запустили тебя, да? Содержание 60 монет. Давайте посмотрим, что мы можем продать. Наверное, камни пока оставим. Еда. А еда мы, к сожалению, пока еще не добыли. У нас нет такого еще хорошего обильного сбора с полей. Надо подождать, да? Так, что касается самих материалов, у нас еще есть процент за продажу, сбор, цена указана и общее количество. То есть, сколько мы продаем и сколько мы можем купить. Суммарно мы можем сделать, получается, отправку 200 дней с продукцией и время прибытия судна 40 дней. Угу. Ну, давайте ради интереса. У нас все равно с едой проблем нет, да, особых. Так что 200 единиц мы сейчас попробуем продать. Это у нас идут. А, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем вот как. Мы отправим сотку мидий через Ctrl, да, получается минус по 20 штук. И отправляем еще губки 100 штук. Итого мы получим 250, еще сбор 50 монет. Торговля. У нас на складах вообще еще место-то есть. Да, 2500 единиц. Все, ждем теперь, когда, получается, шкала доползет до конца и, соответственно, прибудет корабль. Меня сейчас интересует технология. Думаю, если все-таки будем продавать пищу, давайте поставим домик морских охотников на изучение и, конечно же, построим его. Так, добавим тебя. И... О, кстати, рабочее место. Плюс одно, да? Добавляем обязательно. И добавляем себе также радиус. У нас есть и деньги, и пластик. Во.
изучили. Что касается строительства данного... монеты. Монеты есть. Давайте его поставим где-нибудь недалеко от наших ферм. А, ты у нас еще подключаешься к трубам. Ё-моё. Так, а мы тогда можем сделать, знаете как? Мы можем тебя сделать... А мы тебя максимально прямо вот сюда в низину тогда сейчас отгрузим. С этой стороны. Куда-нибудь, да? Тем более здесь зеленая территория у нас уже не будет использоваться. Также сделаем шаг в одну клетку. И трубу мы пропустим уже не спереди здания, а с его обратной стороны. То есть прямо около забора фермы. Значит, быть тебе где-нибудь вот здесь. А, ну там у нас бездна, да? Тогда пропустим небольшую клетку. Хотя ладно, давай здесь поставим и все. Не буду здесь уже эти две клеточки как-то пытаться выиграть. Оставляем так. Все ровненько, все в одной линии. Угу. Здание готово. Сразу назначаем сюда дрона. Кого ты можешь здесь у нас ловить? Акул, да? Значит, рабочее место плюс один. Содержание 50 кислорода. Но у нас пока с кислородом еще запас 66 единиц есть. Содержание кислорода мы пока убавлять не будем. А вот увеличить количество и самопроизводство, это 100% надо. Плюс 20%, 30 монет и 20 губок. Да. Ставим раз, ставим два. Ну и просто ждем. А, да, конечно, нам ждем, когда еще трубу подключим. Конечно же, без этого никак и никуда. Мы сделаем, наверное, также отсоединение здесь. Вот отсюда. Да, это прямо дорого. Но ничего, красота требует жертв. Хорошо, что мы здесь оставили проход, да? Прямо удобно и комфортно тут проходить и добираться. Плюс еще два человека, у нас уже 12 взрослых. Слушайте, а у нас... дома. Про это мы совсем забыли. Надо сделать изменение домов. Это мы тогда удаляем сейчас быстренько. А скажите, сколько нам стоит поставить дом? 20 монет. А, тут еще требуется железо. Железо надо собрать. Железо прямо надо сейчас очень, походу, будет много. Тут где-то были небольшие залежи. Вот эти, да? Сейчас заберем. О. Как раз и денежек подфармим, да и просто хотя бы не будем ничего тратить. Хотя бы просто чуть-чуть у нас будет происходить производство и накопление. Но, кстати, что касается накопления, пластик действительно неплохо стал накапливаться. У нас и аккумуляторы поднимаются также неплохо. Осталось только деньги вырулить, и будет вообще все замечательно. А, и кислород. Да, кислород, вы посмотрите. Но мы это вот так сделаем. Плюс 25. Несколько человек пришло, требуется им больше кислорода в куполе, поэтому сделаем улучшение постройки. А мультик нам покажут какой-нибудь? Кто-нибудь же должен прибыть? Нет? Ждем. Верю, надеюсь. А что тут не происходит? Просто деньги засчитались и все. Да уж, так, значит, что мы тогда сможем продать еще? А, наверное, Так, а ну-ка по поводу одежды. Одежда у нас по 55 единиц, да? Давайте-ка, наверное, 20-ку мы сейчас скинем. Даже, наверное, штук 40, во. И отправим, ну, да, здесь, наверное, конечно, лучше по максимуму сразу делать отправку общего количества сбыта нашего, да, нашего товара. Мы добавим здесь тогда уже... ну, наверное, губки, да, морские. Ну, вот так, да. Все, деньги капнули. Я, кстати, просто надеялся и верил, что прибудет корабль какой-то, как вот визуально, да, когда у нас происходит транспортировка около, точнее, между складами. Что-то наподобие такого уже произойдет, и все. Ну, тут, видите, несколько иначе. О, кстати, смотрите, сколько у нас еды сейчас будет прибавляться. Прямо хорошо. А огурцы? Огурцы еще на подходе. Значит, у нас 7 работников и 7 дронов. Угу. Так, что касается домов, давайте сразу этим сейчас заниматься. Быстренько возвращаемся к ним. Удаляем дом 1, дом 2. Дом 2. Дом 2 удаляем, да, уже. Совпадение. Да, совпадение. Ну, наверное, по два дома будем так удалять. Потом следующие два. Так, нам потребуется, наверное, также еще добавить несколько домов.
Ну, наверное, один дом вот здесь сейчас еще добавим. Где-нибудь. С этой стороны, да? Ну да. И у нас, по идее, сейчас должна работать зеленуха вся. Декоративные растения, да, раз у нас начинают собирать водоросли, давайте как-то это обыграем. Здесь папоротник, да, какой-то у нас. Ну, подъем здесь прямо хороший идет. Прямо хороший. Единственное, варианты только мы менять никак не можем. Значит, ты до нас будешь находиться вот здесь. Ты вот здесь. Тебя мы пропускаем. Обратно кустарник вот сюда. Тебя мы-то поставим вот здесь. Тебя сюда. Тебя пропускаем. Вариативность, видите, она идет автоматическая, к сожалению. Никак не подконтрольная нам. Во. А это-то мы можем удалить. Ну, что-то наподобие такого, да? Будут более крупные, можно и нужно будет установить их здесь в самый центр. Ждем, когда все принесут. По поводу технологий дальше смотрим. Значит, комбо «Морские охотники». Охотничий домик в непосредственной близости от рыбацкого домика обеспечивает бонус к добыче плюс 10%. Но у нас это прямо будет проблематичный такой бонус, так что, наверное, пока нет. Ну да, не дотягивается никто ни до кого. Хотя, с другой стороны, можно получить дополнительное улучшение вне зависимости от того, кто там будет, на кого накладывать свою зону влияния. Плюс 10% на все вот эти производства. Крабы, мелкая рыба, улитка, водоросли, устрицы. Да, давайте все-таки выйдем в эту линию. И не забываем еще про нашу трубу. А сюда можно будет поставить склад. Тем самым увеличить скорость транспортировки многих ресурсов. А, он здесь не станет, да? Ну ладно. Значит, какой-то другой небольшой объект установим. А, почти все железо, смотри, собрали, а? Таскают. Малорики, малорики. По электроэнергии проблем нет. Значит, нефть добывается, топливо производится, кислород. Ну, еще, наверное, несколько новеньких, и у нас могут с этим возникнуть проблемы, да? Надо подумать сразу наперед. Что нам потребуется? Монеты 90 единиц. А содержание требуется всего лишь электричество. Берем тебя и ставим, как и планировали, вот в это местечко. И еще, знаете, что я решил? Решил добавить дополнительно губки. Получается, у нас сюда вмещается ровно два объекта, да? То есть, получается, ты, а ты идешь вот сюда. Угу. Ну да, а дома пойдут в эту сторону. Работаем. Да, производство акул у нас идет. Значит, кислород пока мы, естественно, не трогаем и не пустим. Единственное, я хотел посмотреть, это по поводу работы. Ну-ка, оптимизация. А, ну только... 4 единицы добыли пока только. Ладно. Пока оставим. Нам надо будет ставить, походу, еще одно поле. Да. Чтобы увеличивать общее количество, конечно, всего этого производства. Давайте возьмем и поставим рядышком. Вот сюда. Как там у нас дома? Угу, строятся. Замечательно. Следующий дом у нас 20 монет, да? Но у нас на это все хватает, так что эти дома удаляем. Сколько у нас дронов уже? 10 штук, неплохо. Как раз сейчас всех тут на работу мы и отправим. Плюс одна у нас генераторная база. О, точнее, кислородный генератор есть.
Значит, увеличить производство 20 монет и 10 пластика. Да, это нас устраивает. Это мы добавляем. И, наверное, Е. А давайте, наверное, пока оставим. Расширение дополнительное. Производство 100%. И ждем, когда появятся опять денежки. Слушайте, ну мы, да, мы все свои деньги вкладываем. Просто все. Даже не даем им немножко, буквально хотя бы по чуть-чуть, да, подкопиться. Готово? Плюс дрон. По культурам у нас, значит, первое, кто там идет, сейчас мы посмотрим. Морские водоросли, да? Добавляем тебя, а потом тебя. Все, даю игре буквально 5 минут постоять, чтобы она хотя бы действительно что-то сделала, и ребята успели все перетащить и построить. Забыл, совсем забыл. Я изучил директивы, да. Вклад дронов добавляем в неделю, плюс денежки. И транспортная лихорадка, да, скорость, тоже плюс 1 очко влияния мы потратили, у нас еще есть 2. Там суммарно 50 монет в год, это не страшно. У нас есть 200 единиц пищи, сейчас мы ее продадим. Так, мы продаем тогда морской огурец и морские водоросли, да, по сотке. На 400 отправляем. 98-48. Так, ну-ка давайте-ка, наверное, Е. Я добавлю расширение вот сюда. Плюс одного. Почем вообще пластик у нас идет в продаже, если что, уж прям совсем, да? Угу. Не самая хорошая цена. Прям совсем. А он тут даже не на первой странице. Ладно. Сейчас подожду вот еще до конца месяца этого. Посмотрим, как у нас сейчас поднимется и прибыль. Ну и, конечно же, сразу тогда начнем вкладываться. Так, ну чуть-чуть, да, приподнялось. Так, вкладываемся мы тогда с вами. Далее уже это... А, у нас здесь почти что все, да? О, смотрите, есть. А, ну это мы уже с вами читали. Железный рудник позволяет построить завод по добыче железнорудного сырья. Ну, давайте поставим. Как там у нас с домами дела? Угу, здесь у нас уже двоечки везде. Минус эти. Плюс вот эти. Я вот здесь, наверное, добавлю плюс еще один склад с этой стороны, чтобы можно было удобнее и комфортнее транспортировать ресурсы. Ну, естественно, здесь что-то собирать и так далее. Здесь он, тем более, просто идеально вписывается. Просто как будто для него был создан такой маленький вот закуточек-уголочек. И добавлю плюс еще одну такую вот ферму сюда. Да, и пищу будем хорошо продавать. Ну, естественно, чтобы успевало все созревать и собираться. Кстати, смотрите, они просто подходят к святилищу и исчезают. Ну, то есть, как будто бы там какой-то вход внутрь есть, но нет. Ничего такого подобного. Но главное, что у них вера их поднимается, они все счастливы, у них все замечательно, они всем довольны. Ну, потом, конечно, добавим больше разных объектов, больше декора, и будем уже объединять разные купола. Либо, может быть, даже удалим этот большой купол, точнее, маленький купол, но сперва надо будет их перекинуть. Наоборот, стоп, отбой. Мы поставим другой купол, где у нас может находиться сразу 4 маленьких купола. Вот, то есть, таких вот. Туда сделаем переселение, а этот купол как раз-таки удалим. Ну да. Но его, конечно, сперва надо будет еще изучить. О, у нас есть фабрика инструментов. Открывать возможность создавать ценные объекты по производству инструментов. Я так полагаю, потребуется железо, наверное, да?
Торговая компания позволяет создавать корпоративные штаб-квартиры, которые помогают нашей экономике. 14 дней, 230 монет. А ну-ка давайте ради интереса посмотрим, что это будет. Даже без понятия. В демке этого, по-моему, не было. Сюда также назначаем. Значит, у нас здесь идут морские водоросли, да? То есть начинаем с огурцов, а потом водоросли. И добавлю, наверное, плюс еще одного вот сюда. Что у нас там заканчивается? А, у нас 3500, да? Ну-ка, а улучшение у нас идет монета пластик и железо. Ну, мы можем себе это позволить. Давайте сразу сделаем дополнительный бонус ко всему. Во. Теперь суммарно у нас может храниться 5500. Вот теперь я спокоен. А то сейчас как начнем какую-нибудь безумную добычу. Никогда не знаешь, когда пригодится свободное место. Так что добываем и оставляем. А по поводу шахты, значит, железный рудник. Требуется дрон по содержанию топлива. Производство 150 единиц железа. Угу. Район богатый рудой. Ну, получается, в идеале тебя где-то можно будет установить вот сюда. А, ну здесь потребуется еще труба, да? Хотя мы можем здесь, кстати, шахты поставить. Вообще никому не будет мешать. Я, наверное, вот здесь сделаю пятачок просто такой большой, мощный и хороший, да? Ну, здесь, по сути, одна шахта забирает вот этот, весь этот кусок земли. Ладно, установлю тебя где-нибудь вот здесь. И так, да, пока установлю тебя где-нибудь вот здесь. То, конечно, надо будет еще трубу подтянуть, но это чуть позже. Сейчас мы, кстати, губки продадим. Во. 200 штук на 300 монет торговля. Так, и еще к нам два новеньких, да, поселенцы прилетели. А, приплыли. А эти деньги мы отправим сейчас на строительство трубы. Вот сюда. Вот так вот. Просто в аккурат зашли. Все деньги потратили. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас новые заработаем. Торговую компанию изучили. Теперь можно ее нам и сами установить. Ох, ёперная баба, какая она большая. Ну ладно, хорошо. Сделаем все это где-нибудь вот здесь. Потом, конечно, надо будет их перенести все в отдельный купол, это 100%. Когда мы сделаем такой вот цветочек, да, из четырех куполов, то получается у нас в двух, допустим, будут жить люди, а в двух у нас будет производство, ну и какое-то там управление. Ага, построили, да? Назначаем тебя раз. А, мы по топливу просели. Так, секунду. Надо поднять производство, да? Увеличить производство плюс 30%. Как раз таки на все деньги последние. Ну ладно, нет монет. Давай сюда и давай вот сюда. Запустили? Да. Шахта работает, эффективность здесь у нее отличная, 100%. Хорошее местечко ей подобрали. Конечно, здесь кусочек скалы и мешает горы и корабля, но это не так много. По поводу того, как выглядит здание, ну там просто какое-то безумное количество дробилок находится внутри. Увеличить производство плюс 20% за 40 монет и 20 пластика. Да, давайте. Теперь железо можно будет спокойно уже здесь нам добывать и получать. 180 единиц в год. Ну и надо будет, конечно, вкладываться уже в фабрику инструментов. Готово. Плюс сотрудник вот сюда. Торговый потенциал 150 единиц. Время прибытия судна 30 дней. Так, обновление. Угу. Торговые сделки плюс 20%. Кстати, классное здание выглядит, прямо очень круто. Морская губка. Количество, цена, сбор. Ну, то есть мы можем
указывать общую цифру, и они будут сами ее постоянно там продавать. Ну и поддерживать, ясно. Ну, пока не будем. Пока пропустим это. Тебя, наверное, пока выключу. Ну, потому что пока весь трейдинг я делаю исключительно вручную. Но как здание понятно, пускай находится. Там же у нас нет никакого содержания. Нет. Здесь мы сейчас вручную скинем сотку, получается, по кубкам. И сотку скинем по еде. Например, морские огурцы. О. Сразу эти деньги вкладываем в развитие, то есть в фабрику инструментов. Как только мы поставим эту фабрику, получается, мы можем делать следующие модернизации на содержание, улучшение содержания, да, то есть мы будем больше экономить и, конечно же, поднимем производительность. Но это касается, по-моему, абсолютно всех построек, потому что мы везде сейчас нуждаемся исключительно в инструментах. Понемногу, по чуть-чуть, так и вот и будем это дело развивать. Кстати, а что у нас там с домами? Значит, здесь люди живут, тоже живут. Ну, да, почти все заселены. Есть еще несколько домов, то есть если кто-то приедет, приплывет, мы обязательно сможем их спокойно разместить без проблем. Давайте-ка, кстати, вот что я сделаю. Подниму производство по одежде. А еще у нас проблема будет с топливом. Надо топливо теперь поднимать. Оптимизация, так, чтобы это содержание. Расширение, да? А сколько у нас получается заберешь? 80, а у нас 88. Дроны есть свободные сейчас? 14 штук. Так, давайте-ка, наверное, я сейчас некоторые выключу. Допустим, тебя и тебя. Тебя назначаем вот сюда. И плюс вот так вот. И добавим еще плюс одну буровую. Тебя в центр выводим. Так, нам дальше потребуется, получается, сюда тебя выводить еще. Потому что надо будет подключать с этой стороны объекты, да? Ну, а здесь мы тебя подключим, да, с этой стороны. Надо повысить баллы окружающей среды. Угу. Это все из этой постройки, да? Хотя нет, это не из-за нее. Это из-за людей и просто то, что им хочется. Это классно, здорово, только у меня еще магазин не справляется с потребностями. Мебельной фабрики у меня еще нет, поэтому не смогу ее возвести здесь. И водоросли закончились, чтобы мне сейчас здесь повысить окружающую среду. Прикольно, приехали. Хм. Ну-ка, если мы баннеры поставим, допустим, около входа. Здесь. Вот здесь. О, убрали, да? Небольшой дебаф. Все равно нужна одежда. Потом я их поменяю на растения. Ну или, кстати, стоп, какие растения? Там же у нас был... Так, у нас там был уличный фонарь. О! Конечно, игра сама по себе ультрамедлительная. Придется повырезать просто очень много. Но ничего страшного. Будем видеть... Вы будете видеть только какие-то интересные действия, которые уже влияют на развитие нашего города. Ремонт трубы. Вовремя. Так, фабрика инструментов. 40 единиц железа требуется. По содержанию 120 монет. 80 пластика, железа и топлива требуется. Это на производство. А суммарно делает 150 инструментов в год. Ты большой? Да не особо, кстати. И куда мне тебя ставить? Фабрику инструментов где-то здесь, может быть, кстати. Было бы даже неплохо, да? Хотя не. А вот здесь тебя буду устанавливать. Здесь и склад рядом, и фабрика рядом, и производство всего остального у нас тоже рядом. Значит, быть тебе вот здесь. Сейчас только трубой соединим.
О. Ну что, теперь у нас будет еще и инструмент. Вообще шикарно, да? И плюс у нас отправляется один дрон-нефтяник вот сюда. Не хватает у нас, конечно, пошива одежды прямо. Ой, как не хватает. И пластик мы очень-очень много тратим. Может быть, удалить вообще торговую компанию? Что думаете? Я думаю, наверное, имеет в этом смысл, да? Сейчас это отсюда удалю. А здесь поставим лучше еще один магазин. А, монеты не нужны, сейчас. О, готово. Также рядышком здесь установим. Фонарь у нас есть, да. Значит, мы поставим около входа первый и последний. Железо нужно. Слушайте, ну железо, на самом деле, здесь мы можем сейчас немножко пособирать, поковырять. В округе, по-моему, валялось. Да, валялось, но, походу, здесь уже все собрано. А наша шахта пока добывает очень-очень мало. Но ничего страшного, это, конечно, мы нарастим добычу. Во, вижу. А пока соберем все, что тут есть. А здесь у нас человек работает? Здесь требуется профессия создателя инструментов. Во. Ну, теперь самое главное, у нас есть инструменты. Мы потихонечку будем его производить. А, здесь, кстати, это производство будет не только инструменты делать, что-то похожее еще, да? Раз создается выбор. По бонусам есть расширение плюс еще один человек. Также оптимизация содержания минус 15%, кстати, надо будет сделать. И увеличить производство. Вот как раз сейчас и деньги будем вкладывать в данную постройку. На работу сара проснулись. Толпой подправляются. Ой, да, не, конечно, прикольно. Прикольно так понаблюдать за всей этой копошней, за всей этой возней. А, перепутал здесь. Морские огурцы, морские водоросли. Ну ладно, ничего страшного. Как соберу тут здесь, поменяю их местами. Кстати, у нас уже пошли первые инструменты. А что нам требуется для улучшения? 10 инструментов, а здесь, наверное, тоже нам потребуется, да, инструменты? Увеличить производство. Так, ну давайте сделаем. Раз. Два. 100 монет. А дальше требуется... Уже электроника требуется, кроме как компонентов. Я тебя понял. Хорошо, ладно. Ну, электронику, конечно, мы сейчас точно не осилим. У нас даже она не... Ну, как бы не открытая технология. Вот сюда отправляйся. Ну, сейчас, конечно, да, дело по пошиву пойдет чуть побыстрее. Нам надо будет, наверное, в следующей серии заняться увеличением пищи, потому что губки нормально, аккумуляторы сейчас небольшое у нас произошло. Сколько у нас дронов бездействующих? 12 штук. Давайте-ка, наверное, пока временно выключу все вот эти производства, на паузу поставим их, да? Пускай таскает, пускай носят. Вот, как только будем уже нуждаться, обязательно добавим. Вот, но в следующей серии, я думаю, надо будет обязательно поставить нам, сделать такое серьезное увеличение по пище. Ну и, наверное, добавим еще аккумуляторы производства. Примерно как-то так. Ладно, да, думаю, тогда на этом моменте с вами попрощаюсь. Много сегодня успели сделать, много всего построили. И увидимся тогда уже в продолжении. Не забывайте по возможности поддержать ролик лайкосом, комментарием. Также подписывайтесь на канал, на Boosty. Все ссылки внизу есть в описании. Всех обнял, поднял, пока.